День жен Мироносец – самый трогательный праздник в году. В третью неделю по Пасхе Православная Церковь молитвенно чтит святых жен Мироносец, которые любили Господа и были с Ним до самого конца, до крестной смерти, служа Спасителю своей искренней верой и любовью. Для храма Рождества Христова это престольный праздник. В этот день состоялась ранняя и поздняя божественная литургия в честь этого торжества веры и преданности. Сегодня праздник тех, кто всем сердцем и всей душою своей возлюбил Господа нашего Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Сегодня праздник тех женщин, которые любят, почитают и несут Слово Божие своим родным и близким, своим коллегам по работе, со всеми теми, кто живет и трудится рядом с ними. Многие прихожанки исповедались и причастились святых христовых тайн, чем засвидетельствовали свою любовь и преданность ко Христу. Вокруг храма состоялся крестный ход, в котором все участники прославили воскресшего Христа. По завершению божественной литургии рождественские казаки и их юные помощники раздавали прихожанкам сладкие подарки. На территории храма состоялись праздничные мероприятия. Звучали стихи. Как нарядно в нашем храме, всюду свечек много-много. Я шепчу тихонько маме, мама, хорошо у Бога. Он воскрес, Христос воскрес, ада победитель. Понеслась по миру весть, жив, воскрес Спаситель. И пускай летят года, пусть века проносятся, люди помнят вас всегда, жены мироносятся. Казаки угощали всех желающих кашей, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах с куличами. Участники молодежной общины приготовили блины. На казачьей веранде работала выставка творческих работ учащихся школы, воспитанников дошкольных организаций. Были представлены пасхальные открытки и рисунки, работы из бисера и связанные крючком, которые с интересом рассматривали не только взрослые, но и самые маленькие. Авторы лучших работ были награждены дипломами. В этот праздничный день собрались звонари, чтобы порадовать прихожан колокольным звоном. Также был проведен мастер-класс, а все желающие смогли позвонить в колокола и выразить тем самым радость праздника. Сегодня хотелось бы поздравить именно тех женщин, девушек и даже маленьких девочек, которые уже так веруют и стремятся применить эту веру в своей жизни. Также служить имением и руками своими ближним, тем, кто нуждается в вашей помощи. Несите этот свет веры Христовой своим родным и близким. Несите радость веры тем, кто ее не имеет, ведь без веры жить невозможно. Жизнь без того такая трудная, а без веры она невыносимая. Сделайте жизнь родных и близких, с кем вы живете и трудитесь, радостной. Сделайте жизнь тех, с кем вы работаете и живете, не просто верой в душе, а осмысленной верой, чтобы она помогла вынести самые трудные испытания на жизненном пути. И вот тогда вы будете настоящими последовательницами жен Мироносец. И вот тогда сегодняшний праздник будет поистине ваш, наши дорогие женщины, современные жены Мироносец. Несите эту радостную весть всем людям, что Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.